Внедрение элементов индустрии 4.0 на предприятиях Казахстана – это тема круглого стола, который также прошел в столице в фонде первого президента. В его работе приняли участие ученые, представители госорганов и зарубежные эксперты. Последних пригласили специально из института имени Фраунгофера. Немецкие специалисты посетили несколько казахстанских предприятий, а также провели анкетирование и интервью, чтобы понять, готова ли наша промышленность к внедрению инноваций и IT-технологий. Это дискуссионная площадка, где встречается крупный бизнес, государство, ученые. И ученый может предложить на самом деле свои услуги крупному бизнесу. Бизнес уже внедряет в свое производство. Крупные корпорации они не будут искать какие-то стартапы. Они приходят к технологиям, то есть анализ технологий идет. И здесь, естественно, молодые ученые вперед. Это те люди, которые анализируют современные тренды. Те, которые могут сказать, как это внедрить быстрее. Связь между наукой и производством она должна быть быстрее.